Уважаемые коллеги, мы сегодня решили провести небольшой такой любительский обзор насосов, используемых в очень популярных сериях каналопромывочных аппаратов мощностью 35 лошадиных сил. Это три насоса, которые мы на сегодня используем. Несколько позже будет обзор четвертого насоса фирмы Протисоли. На сегодня просто вот его в наличии нет. Итак, три насоса. Хоук, он же в России в простонародье Хавк, Новери Вербери и Удор. Все насосы примерно одной мощности. Хоук 150 бар 70 литров в минуту, а Новери Вербери 150 бар 85 литров в минуту, Удор 150 бар 75 литров в минуту. Все насосы имеют керамические плунжера, все насосы рассчитаны на одни и те же обороты, 1450 оборотов в минуту. Ну, что необходимо для работы на самотеке. Потому что во всех каналопромывочных машинах идет запитка обычно самотеком. И вот хотя в насосе Хоук присутствует режим работы на 1750 оборотов в минуту, и также написано 84 литра в минуту в этом режиме, но мы не будем рассматривать этот режим в каналопромывочных, потому что без подпиточного насоса, скорее всего, в этом режиме работать нельзя. Не скорее всего, а точно. Значит, вы можете наглядно оценить, что габаритные размеры насосов. Не всегда это важно, но все-таки существенно. Как правило, более крупный насос имеет больший запас мощности, надежности. Так? Но и неоднозначно, конечно. Я не хочу сейчас делать выводов предварительных. Расскажу только о том, что мы на сегодня знаем. Итак, три насоса, все уважаемые производители, без сомнения. Все имеют керамические плунжера, одни и те же обороты, примерно похожую мощность. Значит, что, в чем отличие? Мы видим и габаритные размеры. Существенно отличаются. Самый крупный, наверное, у Новери Вербери, но голова самая большая у Удора, ну, скажем, они сопоставимы, и более компактный Хоук. Мы в своей работе, в наших установках Посейдон, давно используем насосы у Новери Вербери и Удор. Уже с 2015 года. И вопросов по надежности этих насосов у нас никаких нет. Для каналопромывочных целей насосы чрезвычайно надежны. Почему я говорю для каналопромывочных целей? Мы их не использовали в целях перекачки жидкости 24 часа в сутки. Ну, просто, может быть, производитель их на это рассчитывает, но мы в установках Посейдон их использовали для каналопромывочных целей. Как мы знаем, работа каналопромывочной машины – это, ну, усредненно, если брать на неделю, ну, сколько, 10-20 часов на неделю работы насоса. Может быть, кто-то работает интенсивнее, ну, там, 30, но никак не работа в режиме перекачки каких-то жидкостей 24 часа в день. Да? Вот. Поэтому, исходя из нашего, опять-таки, опыта, я не хочу ни на чем спекулировать, полностью насосы отхаживают гарантийный срок, с учетом российской специфики нарушения грязной воды, подачу там, и прочее, 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 отхаживают спокойно гарантийный, послегарантийный. Вот, говорю, с 2015 года нареканий по надежности, по ресурсу к насосам совершенно никаких. Гораздо чаще выходит из строя то, что можно сломать руками. Ну, там,
открутить шток там клапана невероятным усилием, пытаясь увеличить давление, вместо того, чтобы просто поменять форсунку и таким образом достичь давления. Или там разламывают барабан, там, и цепляют шланг, тянут машиной, ломают там, ну, что сломается, да? Вот. Ну, по насосам при нашей, а у нас, в принципе, немалая статистика, я думаю, что общее количество машин исчисляется десятками, вот. Длительность, как я сказал, уже более 5 лет, и не видим серьезных каких-то проблем. Гораздо жестче насосы эксплуатируются в промышленных целях на очистку поверхностей. Вот там идет нагрузка и 8 часов в день, и если в 2 смены 16, и перепады температуры, потому что на открытом воздухе и так далее, и так далее. И там действительно насосы, даже самые качественные, работают на пределе своих возможностей. Вот. И там у нас тоже есть статистика, может быть, выпустим обзор по ней. Есть некоторые вопросы к отдельным брендам. Ну, если они есть, то мы уже с этими брендами не работаем, поэтому озвучивать тоже, может быть, некорректно. Ну, скажем, были вопросы, поэтому мы в своей работе оставляем те бренды, которые нас устраивают по надежности, по качеству. Насос Hawk от очень уважаемой фирмы Hawk, но мы эксплуатируем порядка 1,5-2 лет. За это время нареканий нет, но пока и статистика довольно маленькая. Смущают размеры немножко. Что обнаружено по Hawk у нас? По всей видимости, насосы имеют большой ход, ход плунжера. То, что называется stroke. К чему это приводит? То есть, чтобы достичь заданного потока, производитель увеличил ход плунжера. Не его диаметр, а его движение. Таким образом, при тех же оборотах имеется нужный поток. Совершенно нормальный шаг, но выливается он в то, что насосы очень чувствительны к подаче воды. То есть обязательно запитку конструктивно надо производить рукавом, ну, не менее чем 32 для самотека. Вот. И даже при этом мы наблюдаем легкую, я подчеркну, легкую нехватку воды. То есть он сам себе не успевает заглотить нужное количество воды для достижения своих характеристик. Конечно, возникает кавитация, но, видимо, это явление незначительное, пока на ресурсе не сказывается. Тем не менее, я должен был об этом сказать. Насосы Hannover, Werber и Udor совершенно этим не страдают. Опять-таки, ну, конечно, магистральную запитку не меньше, чем дюйм с четвертью, потому что скорость движения на запиточной магистрали должна быть небольшой. Это известная истина в работе плунжерных насосов. Не меньше, чем дюйм с четвертью, учитывая расстояние от бака и до насоса, это совершенно необходимая размер запиточной магистрали. Но мы в наших установках, я вам больше скажу, ставим 1,5 дюйма, чтобы вообще об этом не думать. Значит, что еще, чтобы никого не ругать, ни в коем случае никакого производителя не обидеть, хочу сказать абсолютно достоверно. Вот некоторые наши коллеги, скажем так, распространяют абсолютно соответствующую истине информацию, что вот насосы Hannover и Werber
то ли собираются в Китае, то ли сделаны из китайских комплектующих. Ну, это правда. Две из присутствующих здесь компании представляют из себя крупные производственные концерны. Ну, как известно, Хоук – это подразделение Керхер, он его давно купил. А Новери Вербидис сама по себе крупная компания. И как любые крупные компании развивают производство, выносят некоторые изготовления некоторых частей, иногда целиком, нам это не раскрывается. Выносят в Китайскую Народную Республику. Характеризует ли это, значит, как-то качество? Не знаю. Я не знаю, почему это является, может являться недостатком на сегодняшний момент, в 2021 году. Мы все знаем там про телефоны Apple, автомобили, технику практически любую, которая, если это под должным контролем собирается на заводе, то это скорее и характеризует мощь концерна, мощь производственных участков. Ну, абсолютно, опять не в ущерб, говорю, компании Удор, которая мощная тоже, безусловно, но пока в ее планах производство локализовано только в Италии. Очень надежно, и не вопрос. Никаких вопросов надежности нет. Но и компании, выносящие часть производства в Китай, не означает, что понижают и проигрывают в качестве. В следующем ролике мы добавим еще один насос и тоже расскажем там о его происхождении. Ну, коль скоро это так интересует некоторых клиентов, некоторых коллег по рынку. Вот. Значит, мы как-то всегда считаем, что проще вот посмотреть насос в действии. Ну, открыть его, можно оценить уплотнение, можно посмотреть на плунжера. Ну, опять-таки, плунжера керамические ни один из производителей насосов сам не делают. Профессионалам это известно. Плунжера делают то ли одна, то ли две, три буквально компании в мире эту керамику. Все остальные производители, у них покупают керамические плунжера и проектируют, уже имея в виду модельный ряд плунжеров от этих производителей плунжеров, от керамистов. Да? Вот. Поэтому делайте свой выбор. Насосы слегка отличаются по цене. Отличие в цене полностью обусловлено большей надежностью. Вот. Иногда клиент делает свой выбор и абсолютно правильно, потому что у него уже есть в парке те или иные насосы, и ему удобно ремонтировать, удобно понимать тот или иной насос. Это да. Но никогда не надо руководствоваться страной, там, какие-то... тем более, что тут страна у всех этих насосов, и Италия, вот тут написано, Made in Italy. Эта надпись означает, что основная прибавочная стоимость создана в Италии. То бишь, при необходимости можно получить сертификат происхождения торгово-промышленной палаты итальянской, которая показывает, что основная часть прибавочной стоимости создана в Италии. Больше вам никто не раскроет. То есть какие части? Ну, отливка в Китае, насос, вот, голова в Италии или еще что-то. Можно много кричать, спекулировать. Я подчеркну, когда больше нечего сказать. Когда люди пытаются просто такими вот трюками, а вот у нас насос такой, а вот у них Китай. И, так сказать, что-то вот... Мы говорим, пожалуйста, выбирайте. У нас мало статистики. Мы честно говорим, мы всего лишь производитель небольшой российский. У нас мало статистики выходов. Может быть, у кого-то есть гигантская набранная статистика, но тогда пусть ее покажут и, главное, расскажут, на чем она основана. Они делают просто с каких-то скоропалительных выводов. Вот. Есть признанные бренды, десятилетиями работающие. Я не говорю о производителях китайских, тоже, опять-таки, ничего плохого не могу сказать, но они, я имею в виду
чисто китайские есть производители, они работают совсем небольшой срок. Наверное, когда-то они, часть из них станут очень хорошими компаниями. Вот. Сейчас они отличаются бессонно низкой ценой. Ну, и нам неизвестно о надежности, мы стараемся использовать проверенные насосы. Мы сравниваем разницу, да, мы вот сравнивали насосы компании Danau, например, с итальянцами, других китайских производителей. Разница в цене настолько незначительная, что эксперимент нам показался неинтересным. Как мы знаем, китайский товар, ну, по крайней мере, при выходе на рынок, должен сначала быть кратно дешевле, чтобы хотя бы захотелось испытать, проверить. Если он дешевле на 10-20%, то зачем? Вот. Поэтому мы не стали, подчеркиваю, пока работать с китайскими производителями насосов. Но если какой-то итальянский производитель часть производства выносит в Китай, ну, значит, так надо, в эпоху глобализации. Совершенно ничего страшного. Ну, оператор сделает облет, так сказать, вам покажут эти насосы поближе. Мы выполняем полный сервис этих насосов, имеем на складе все запчасти. И, бога ради, никого не хотим обидеть, ни одного производителя. Всегда предлагаем клиентам выбор тех насосов, которые мы испытали, проверили. Если мы, не дай бог, встречаем регулярно повторяющиеся неисправности, ну, мы просто временно прекращаем сотрудничество с этим поставщиком. Вот. В ролике не хочу озвучивать. Если вы нам позвоните, мы расскажем, с какими производителями мы перестали сотрудничать по этой причине. Вот. Спасибо большое. Обращайтесь в компанию ZTechno. Будем очень рады.